Ага, ну вот. Понятно. Ну, как бы я помнил эту фишку с ним. Вот я не помню, что-то надо сделать, чтобы спасти друидов. Чё Иглис так носится? Как угорелый. А может с ним просто не разговаривать? Согласен. Пройти лесом. Понятно. Чё за нафиг? Откуда ты чудо в перьях? Понятно. Что дальше? Хочешь по-плохому, да? Да, и по-плохому. Сильно действующее стадо, блин. Да. То, что мне надо было, блин. Там друиды, блин. Друиды, вы где? Мне кажется, вся эта орда их должна сожрать. Понятно. До того, как друид, они до друидов дойдут. Без сомнений. Смерть им за удовольствие. Как бы эти ребята даже меня сжирают, если честно. А те явно слабее. Где друиды-то, господи? Странное место. Снова дракон. Великие силы, как я устал. Согласен. Ну, ну, странное место. Что дальше? Не, серьезно. Да-да. На что эти ребята вообще рассчитывают? Да. Куча драконов было. А? В атаку! Готов? Да. Иду. Я постараюсь. Охотники еще что-то меня не пускают.
тролли дружественные. Да господи, та армия разложится 10 раз, вот серьезно. Пока дойдет до друидов. Согласен. Хотя, если это будут скелеты 4 левела, возможно, не разложится. В атаку! Понятно. Ну где это, чертов друид? Нет. Серьезно, не надо его уже по этому полю собрать. С удовольствием. Да. Да. Что дальше? Великие силы, как я устала. В атаку! Сейчас. Да. Что дальше? Смерть. Великие силы, как я устала. Странное место. Да. Да. Я, по-моему, всех драконов убил местных. Они сами на меня напали. Ну и чё, а чё мне на мост они открывают дорогу? Да, они открывают. Иду. Друиды, я ненавижу вас. На Ясве должна остаться только одна гильдия магов. И ею будет наша гильдия, некромансеры. В общем, мы уже разобрались. Готов. Понятно. Здесь. Вообще все это довольно прикольно пробивать было бы. Если честно. Сколько там экспы было бы, а? Где там она? Я рада вас снова видеть в наших лесах. Но если не хочешь показаться... Я не хочу показаться неучтивой. Но не забывай, что нас гость первым приветствует хозяина. Что ж, я прошу вас прощения. Но у меня спешное дело. Вы знаете про армию, которая вот-вот обрушится на вас? Это недобрая весть. И я знаю, что некромансер именем короля объявили всех друидов древнего леса мятежниками. Хотя именно они первыми начали притеснять нас. До сих пор это были отдельные стычки, а теперь они решили покончить с нами навсегда. В древнем лесу найдется кому встретить королевскую армию. Угу. Это не будет войной со всеми жителями равнин. Ты, моя гостья, передай мои слова. Друиды не питают вражды к людям. Но наши леса — это наш дом, и мы будем его защищать.
Ну, в принципе, если они откажутся, мы просто их перебьем. А потом перебьем некромансеров, ну, в общем, вы поняли. Че? А че, тролли сюда подошли? Ребят, только не говорите, что эти ребята решили атаковать. Это же бред. Они не пройдут лес. Их тут всех положат, просто, вот, серьезно. Смерть им! Смерть им! В атаку! Смерть им! Здесь! Что да? Понятно. Но не положат, я помогу. Ну там просто 5 троллей их в хлам разберут, ну... Серьезно? Че это за бред? Иду! Мои верные воины, король и некромансеры приказали нам уничтожить зеленую заразу друидов, которые вынашивают злобные планы под сводами лесов. Есть вопросы? Прошу прощения, сэр, но друиды еще ни разу не нападали на нас сами. Может быть, они нам и не враги? Именно в этом и заключается их лицемерие и коварство. Но наша гильдия раскрыла замысел друидов, и король приказал нанести утверждающий удар. Тот, кто в этом продолжает сомневаться в приказе короля. Есть еще такие? Нет? Тогда вперед! Здесь! Знаете что, идите нахрен. В атаку! Прикольно. Да-да! Да! Не кажется ли, надо просто покарать всех? Здесь. Встать сюда и ударить. Без сомнений. Вот так пала храбрая армия короля. Иду. Ну? Готов. Так. Так. Ну? Просто пришли 3 человека и все. И больше нет армии короля. Некромансеры наконец сбросили свою маску. Они хотят уничтожить друидов и вас. Вы должны одержать верх над ними. Изи. Здесь. Так,
В общем, Иглис разобрался совсем. Да. Готов. Пока вы страдали фигней. Да. Иглис вообще герой. Все королевства. Ну да. Чё-то типа такого. Смерть им с удовольствием. Интересно, что за него дадут? Дух! О, господи! Что дальше? Серьезно? Это что за жесть? Дух 55. Что дальше? Это что, у меня мана вообще не качается, да, теперь? Я кастовать не успеваю. Лол, я кастовать не успеваю. Ну? Ну? Так держи тогда ты на разу. Да. Здесь. Сейчас. Да-да. После атаки королевских рыцарей на древний лес, многие из моих собратьев смотрят на вас с подозрением, но моей беде больше некому помочь. Друиды всегда жили в согласии с живыми тварями, но сейчас звери, живущие в моей дубраве, просто взбесились. С их яростью ничего нельзя поделать. Они бросаются на всех без разбора. Я не могу даже выяснить причину их бешенства, потому что погибну, едва сойдя с дороги. Но воин, скрытый за надежной броней, сможет пройти сквозь их стаи и выяснить, в чем причина неожиданного сумасшествия животных. Ну, окей. Броня плюс 5. Почему к сфере астрала так дорого стоит? Ничего полезного. Книга заклинания перерождения. Что-то за закол? Что-то я не помню такого.
Очень, очень недоброе заклинание. Жаль, магическую книгу не сжечь, не порвать. Я бы давно сделала это. Ну, телепорт, кстати. Телепорт полезная штука. Телепорт я куплю. Тем более с моими-то запасами маны. Телепорт будет просто бесконечным. Фу, лол. Просто бесконечный телепорт. Магический кристалл на силу? Ты слышала? Королевский глашатай объявил, что друиды древнего леса объявили всем войну. Да-да. И некромансеры готовы запретить людям выходить из города. Быстро! Мне уже известно, что случилось в древнем лесу. Доверие друидов непрочно. И ты со своими друзьями чуть было не потерял его. Теперь будь с ними настороже. Кристаллическая броня пошла. Неплохо. Иглес, у меня к тебе есть очень серьезный разговор. Благородные семьи Язеса давно уже недовольны засильем некромансеров. А ты осмелился выступить против них открыто. Может быть, ты забыл, что мы все слуги короля, и пока он жив, мы должны выполнять его волю. Твой поступок может оказаться изменой. Благородный сударь, а вам самим не надоело постоянно повторять, пока жив король? Откуда такая уверенность, что он жив? Давно ли вы видели его лицо или хотя бы корону? Как ты смеешь так говорить? Как ты смеешь вообще вмешиваться в разговор благородных рыцарей? Не спеши возмущаться, дядя. Я и мои друзья нашли и собрали вместе три упавших звезды. Они оказались частями короны Язоса, и теперь эта корона у меня. Что? Корона Язоса была разбита и разбросана по лоду? Это неслыханно! Кто? Как? Зачем это сделал? Кто? Как? Зачем? Господи! А догадаться-то не тяжело, а? Некроманты, кто еще? Кто это вообще мог сделать, а? Кто мог разбить корону, которую хрен разобьешь? Из-за того, что там магический артефакт, причем довольно сильный. Ответ на этот вопрос – ключ ко всему, что творится на лоде. Только кто может на него ответить? Сам король. По законам нашего Аллода, представители родов имеют право раз в год задать королю три вопроса, на которые он ответить обязан. Я считаю, что здесь замешаны некромансеры. И если так, то они сделают все, чтобы эти вопросы не были заданы. От имени короля они попросту закроют вам вход во дворец или придумают что-нибудь еще. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Но неужели король вообще не покидает дворца? Может быть, если удастся встретиться с ним где-то еще? А ты, девушка, не глупа. Король действительно не покидает дворца почти никогда, кроме тех дней, когда он ездит на охоту в дальние угодья. Они хорошо охраняются, но все же не так, как дворец. Кроме того, я могу сделать так, что в охране охотничьего домика будут стоять несколько верных мне людей. Я верю в тебя, Иглес. Ты раскроешь последнюю тайну трех звезд. А до этого он на меня орал, главное. Нормально. Ой, беда. Ой, беда. Бедная наша деревня, бедная.
Проклял ее кто-то. Зомби на нас нападают. Маг рядом живет, и тот спасти не может. Помогите, люди добрые. Я приветствую героев пустыни. Ох, только не это. Я уже устал от того, что каждый наш поход в края орков называют подвигом. Что ж поделать, люди хотят видеть героев рядом с собою, и почему бы им не считать таковыми тебя? Впрочем, я хочу предложить тебе и твоим друзьям совершить настоящий подвиг, и именно в пустыне. Вот как? Я слушаю. Как вы знаете, я изучаю быт орков Язоса, их легенды и предания. Так вот, среди них очень часто упоминается некий аркаул, которым пользуются шаманы. Он находится в самой недоступной части пустыни. Но я, сравнивая тексты сказок и легенд, вычислил его местоположение. И ты хочешь провести нас туда? Увы, я сам не выдержу такого пути. Но тот, кто найдет это место, не только совершит подвиг, он сможет узнать будущее. Спасибо за рассказ. Но даже если мы и доберемся до Оракула, то сможем ли мы им воспользоваться? Один из орков упоминал о песчаной ведьме, которая знает обо всем в пустынях. Может быть, это лишь миф. Но я бы посоветовал вам для начала поискать ее. Нифига у нее характеристики. Жесть. Эй, чувак, круче меня. Просто по всем характеристикам. Нужен нормальный метеоритный меч. Потому что мой меч это какой-то тлен просто метеоритный. Ладно, сойдет. Посмотри, щиты зеленые. Там может быть плюс к силе. Так щиты зеленые надо рандомить. Опять же. О, метеоритная утренняя звезда с окаменением уже начала появляться. А говорю, это надо сидеть и рандомить, короче. Надо сидеть вам домить именно в этом городе. Но шансы довольно маленькие найти. Такой щит. Если почти не нулевые. А, мне корону же я засловал. Скорость фигня. Я и так бегаю, как ошпаренный. Ох, неплохая штукенция. Еще и с вампириком. Самодостаточный герой получится. Что-то у нее, по-моему. А чего у нее на руках, я не помню. А, на 3 силы.
Интересно. Не, вообще ничего нету. Ни на руки, ни на ноги. Ни щитов нету на силу. Вообще ничего нету на силу. На броню есть разве что. Но я не думаю, на самом деле, что сейчас стоит искать, потому что мне нужна кристаллическая броня. А кристаллическая броня тут, блин, фиг достанешь ее такую. Что за фигня? Кристаллическая булава? Ну, интересно. Не, ну, как бы можно часа два провести за этим и ни черта не найти. Броня. Хорошие перчатки, кстати. Не, нету. Давайте еще три рестарта. Не находим, идем на миссию. Защита. Броня, защита. Ловкость, скорость поворота. Опять броня. Последний рестарт. Защита, защита, защита. Нет, походу ничего уже не будет. Прикольная, слушайте, штуки. Очень прикольные. Ладно, поехали. Оракул. Ну, это все доп-квесты, насколько я понял. Все вокруг кажется таким спокойным и мирным. Даже не верится, что тут происходит что-то страшное. Но в таком случае нам бы уже... Нас бы не позвали сюда. И поэтому, друзья, удвоим осторожность. Готов. Да-да! Ну сейчас после каждой миссии будем пытаться найти. Готов. Что дальше? Да. Я постараюсь. Странное место. Странное место. По-моему, я это зря сделал сейчас. Готов. С удовольствием. Потому что тех людоедов надо через хил убивать. Они слишком жесткие. Да. Да. А? Что дальше? Да-да. Странное место. Ну? Готов. Да, сейчас. Готов.
вообще? Куда они все побежали? Готов. Великие силы, как я устала. Великие силы, как я устала. Иду. Да. В атаку. Надо бантиновый длинный меч, блин. Не то это совсем. Деньги, которые мне нафиг тоже не нужны. В атаку! В атаку! Что дальше? Да. Чем те людоеды? Согласен. Без сомнений. В атаку. В атаку. Фигня очередная выпала. Без сомнений. Да-да. Да запросто. Смерть им. Да. 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 Так, давай посмотрим. Ну блин, ну почему? Странная Носилка ничего не падает, а? Жестковатое место, но не слишком. Смерть им. Странное место. Да. Что дальше? Дверь. Окей, удачи. А что, ты на работу, что ли, уже пошел? Да. В атаку. Дверь. Ну, странное место. Что-то с местным зверинцем у него происходит. На самом деле мы можем игру уже закончить, там не так много осталось. Да. Погнали. В атаку. Да, сейчас. Понятно. С удовольствием. Дверь. Странное место. Да. Великие силы, как я устала. Друид. Так вы те люди, о которых говорил бла-бла-бла, обещал послать на помощь мне. Да, именно так. Она оказала нам эту честь. А что у вас-то случилось? Звери. Мы всегда умели жить в мире с животными, но сейчас они словно взбесились. Нападают на всех подряд, даже на тех, кто их подкармливал и лечил. Я в отчаянии. Единственное объяснение, которое я могу придумать, что-то случилось с водой в реке. Я пробовал подняться до источника, но мне это не удалось. Понятно. Я проверю, что творится с источником. Здесь. Вообще есть. Иду. О, два тролля. Да. Три тролля. Мост троллей! Странное место. Вели.
отсутствие сомнений. Готов. 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 Вообще надо купить два закла радужной молнии и просто вставить на автокаст. И не мучиться. Я постараюсь. Да запросто. Я постараюсь. Я постараюсь. Ах, великие силы, как я устала. Так, мне же вверх по течению. Ну, сюда сначала сходим. Извиняюсь. Пока чихал, меня собаки съели. Да. Готов. Готов. Странное место. Сейчас. Ну, да. До Экспейклиса им... А? Еще как до Парижа пешком, блин. А? Здесь. Если не больше. Готов. Да. Сейчас. Не, конечно, я могу просто пропрыгать. Без сомнений. Тоже должно быть нормально. Я постараюсь. О! Готов. Динозаврики. Ну. Да. Да. А? Готов. И очень больно бьют. Согласен. Что дальше? Понятно. Так как вы проходите-то? Готов. Да, запросто. Специально я встал так, чтобы они не прошли. Нет, они все равно прошли. Здесь. Великие силы, как я устала. Что ты устала? Смерть. Готов. Здесь. Хорошо. Согласен. Без сомнений. Да. Ну? Да-да. Готов. Так кто мне там все пишет? Секунду. Что дальше? Иду.
Тролль. Готов. Да. Великие силы. Странное место. Да, стимовский тролль пишет. Да, блин. Здесь. Ну? Готов. Да. Странное место. Да. Готов. Понятно. Не, ну и чё? А, типа тролли охраняли? Да-да. Да, блин. Да-да. Ну? Черт. Странное место. Ну? А чё не... А, всё, понял, почему не атакует. Я ж сам сказал не атаковать. Трындец, вообще ноль денег. Ну? Странное место. Да. Ну? Ну и чё? Так, чё у них там по характеристикам-то? У меня вообще ноль. А? Вот эту можно заставить кастовать, допустим, вот это на автомате. Великие силы, как я устала. А вот эту, допустим, вот это вот на автомате. Странное место. Там все через это выйдет. Великие силы.
силы, как я устала. Что дальше? С удовольствием. Ты раскастовку-то автоматически давать будешь, нет? Да-да. Великий Понятно. Силы, как я устала. Трындец, сам некромансеров-то. Иду.
метеоритный двуручник. Да, да, да. А? Да запросто. Нормально так. Да. Ну? Готов. Да, да. Что у нас с источником? А? Да. Понятно. Некроманты. Вот они, некромансеры. Они отравляют все, к чему только прикоснуться. Яд, которым они осквернили воды, не просто отравлял животных. Он вызывал у них бешенство. Но с этим теперь покончен. И от имени всей западной окраины я благодарю вас. Хорошо. Мне кажется, или там дракон? Да. Да. Что дальше? У-у-у. Зашибись, короче. Странное место. Отошел и дракон прибил меня. Хорошо. Да запросто. Да. В атаку. Да, да. Что дальше? Да, да. Сейчас. Да чтоб тебе! Что-то я уже спать хочу на самом деле. Фу, засыпаю буквально на ходу. Ну? Да-да! Да запросто! Странное место. Великие силы, как я устала. Сейчас. Так давай пошли уже, завтра доиграешь. Хороший, конечно, вариант. Странное место. Дальше. Ну, мы уж почти согласен. Закончили просто. Я постараюсь. Я постараюсь. Черт, я дракона не убил. Я постараюсь. Печалька. А, ну все, типа я их убил и... Все. И животные стали нормальными. На меня больше здесь вообще никто не нападет. А, ну да. Все, значит. Здесь. А сколько же я животных-то перебил, а? Прежде чем закончил миссию. Тролли вон. Маньяк? Да не маньяк. Они сами нарвались, скажем так. Ну и чё, все, да? Ну вроде больше ничего тут нету. Можно заканчивать.
Коварство чужой магии будет бессильно против твоего духа, как ветер против могучего ясеня. Разум плюс 2. Так, пожалуй, куплю. А дух я этому отдам. Стоп. Нет. Фигня. 14 миллионов у нас есть. 14 миллионов. Времени прошло. Ничего себе. Время уже 6 утра. Ну что? У нас есть выбор. Либо мы сейчас заканчиваем, либо не заканчиваем, но я уже в состоянии нестояния. О, отлично. Мне еще этот заглючил. Что делаем? То есть заканчиваем на сегодня и завтра уже добьем, потому что осталось там буквально 2-3 квеста. Я думаю, ну вот эти вот вторичные королевская охота и в принципе все на самом-то деле. Там еще останется, по-моему, один или два сюжетных, и с этим будет закончено. Так, эти квесты по часу каждый, ну, да, не длинные, но это последние сюжетные квесты. Ну что ж, тогда давайте на сегодня закончим. Всем спасибо, кто сегодня со мной был. Радио сломалось. Да, ладно, сломалось. Всем спасибо, кто со мной был. Надеюсь, вам понравился мой стрим. Извиняюсь, я под конец засыпал просто очень-очень сильно и... Я уже буквально носом на клавиатуре лежу. Что ж, на этом тогда давайте все-таки закончим. Еще раз повторюсь для тех, кто хочет посмотреть предыдущие воды и не успел их посмотреть. Воды все есть на ютубе. Ссылочка в описании стрима. Подписывайтесь, дайте свои комментарии. Что ж, на этом все. Всем спасибо. Кто только встал, доброе утро. Кто ложится... Доброй ночи и до новых встреч!